уже вернулся? С доброй вестью. Мы нашли все, что нужно. Эта кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннар. Зайду. Чем я могу помочь в столь прекрасный день? Кайсом, скажи, что вы с Басимом собираетесь делать теперь? В Англии много городов, а у нас в них много дел. Люнден, Йорвик, Винчестер – все три кишат членами ордена, к которому принадлежал Кьотви, а власть их простирается еще дальше. Думаю, в Англии их больше, чем в любой другой части света. Они сеют раздор так же, как Кьотви в Норвегии? Не просто раздор. Они распространяют невежество, приучают людей унижаться и истязать себя ради власти. Тебя это сильно волнует. Конечно. Для того и появились незримые, чтобы освобождать тела и души людей от любых неестественных оков. Но в Англии нас не было больше 4 столетий. Незримые не ступали на эту землю с падения Римской империи. За это время Орден Древних сумел порядком разрастись и окрепнуть. Теперь нам придется непросто. Для начала нам с Басимом не хватает лишь конторы. Будем благодарны, если найдешь время и средства на ее постройку. Я постараюсь. Рад видеть. Такой дом мне как раз подойдет, Эйвор. Спасибо. Если плоды твоего труда нам пригодятся, сможешь владеть им, пока живешь среди нас. Еще как пригодятся. У нас с тобой общие враги. И они крепко вцепились в Англию. Если нам удастся искоренить эту заразу, искать союзников будет куда проще. В Люндоне Орден чувствует себя очень привольно. Уничтожишь его, горожане будут у тебя в долгу. Обсужу это с Рандви. Узнаю ее мнение. Славно. Но погоди пока уходить. Я приготовил тебе дар. Какой? Здесь показать не удастся. Пройдемся? Пожалуй, веди. Тебе явно тяжело дышать, Хайсом. Рана все еще беспокоит. Боюсь, что да. Больно в груди, а как мне эту боль утолить, ума не приложу. Не бойся. Главное, чтобы разум был остр, а тело заживет. Верно. Но я не хочу расстраивать наставника. Ты готов рискнуть жизнью, чтобы угодить Басиму? Этого мне не понять. Я и не ожидал. Еще при первой встрече я увидел в твоем взгляде тень подозрения. Какую-то настороженность. Хочешь что-то спросить? Нет, я просто вспоминаю.
Тебе не больно править лодкой? Нет, не бойся. Меня утомляет лишь длительное напряжение. Я чересчур быстро устаю. И какой же дар ты приготовил? Не я дам его тебе. Ты сам себе его вручишь. Вновь загадки. Вот счастье-то. Скажу немного иначе. Мой дар нельзя получить или отдать. Это образ жизни. Яснее не стало. Проще будет показать, чем объяснить словами. Что ж, подожду. Прости за шутку. Мой дар тебе – прыжок веры. Одно из самых важных таинств нашего братства. Это не оружие, что мы обращаем против врагов, а способ укрепить нашу решимость. Как и ваши молитвы, он помогает собраться с силами, успокоиться, изгнать из сердца страх. Наконец, это способ быстро перемещаться и скрываться. Ты сказал прыжок. Не слишком ли высоко мы лезем? Опять я вижу в тебе тень сомнения. Почти пришли. Ну вот мы и добрались. Сбросишь меня с обрыва, да? Если надо подвинуться, чтобы проще было столкнуть, ты скажи. Так не выйдет сюрприза. Чтобы совершить прыжок веры, нужно положиться на высшую силу. На богов? На себя самого. Поверь, что смерть придет лишь в тот миг, когда ты будешь к ней готов. Прими это и забудешь страх. Наши смерти уже предсказаны, вплетены в ткань самого мира. Нам ни к чему бояться гибели. Славно. Значит, ты уже готов к моему уроку. Я прыгну первым, когда скажу «следуй за мной». Уверуй, почувствуй свою силу и лети. Мне нужно прыгнуть? Отсюда? Да. Сперва дождусь, пока крылья отрастут. Спасибо за урок, но... Стой! И смотри! Хайсом! Хайсом! Совсем свихнул? Отличный прыжок! Понравилось? Ты был прав. Смесь безумия и силы поборола страх. Дар, что я вручу себе сам. Теперь ясно. Спасибо за урок. Не за что. Тебе спасибо, что доверился. Ты назвал прыжок веры важным таинством. Скажи, все незримые его практикуют? Насколько мне известно, это обряд посвящения, который ввели незадолго до рождения Иисуса. Хочешь посвятить меня в незримое? Попытался бы, если бы думал, что ты за. Но цели у меня в Англии другие. Мы с Басимом ищем крупную дичь. Орден древних. Да. Помнишь медальон, который ты нашел на теле Кьотви? Это их символ. Они чума, что мы надеемся исцелить. Мы с ними схожи в том, что действуем тайно. Но их цель не освободить мир от оков, а править им. Орден в этом далеко не одинок. Мы с Сигурдом хотим того же. Заполучить собственные земли и все, что к ним прилагается. Не сравнивай себя с ними. Члены Ордена не знают ни чести, ни морали, ни сострадания. Но они заняли не один трон в Англии. Если ты хочешь усмирить этот край и обезопасить свой клан... То в моих интересах помочь тебе. Я все понимаю. Тебе нужны союзники. А нам... Победа над этой заразой. Цели у нас разные, но мы можем помочь друг другу. Кажется, что этими землями правят простоватые ярлы и тены. Но за ними стоит нечто большее. Всем здесь незримо управляет Орден. Ничто не происходит без его ведома. Эта отрава уже все тут пропитала. Орден подчинил себе всех. От беднейших рыбаков до богатейших торговцев.
от тенов до королей. Басим дал мне одно задание. Найти и устранить членов Ордена Древних в Англии, в каких бы темных норах они ни прятались. Если объединим усилия, это пойдет на пользу нам обоим. Твое влияние в Англии вырастет. А ты наберешь еще медальонов? Именно так. Начать стоит с Люндона. Мне доложили, что Орден как раз пытается захватить его. Я обсужу все это с Рандви. В Люндоне смотри в оба. Вдруг увидишь где-то наш символ. Когда-то у незримых были конторы по всей Англии. Вроде их было 6. Внутри могут найтись документы, отмеченные тем же знаком. Они бы мне очень пригодились. Конечно. Спасибо, Хайсом, за все.
Эйвор, рада встрече. Напомни, чем ты тут занимаешься? Я продаю и покупаю самые разные вещи. Кроме того, я торгую со многими другими купцами. А значит, у меня ты найдешь все, что хочешь. Вряд ли я смогу что-нибудь сделать, не имея места для работы. Построишь его, и я тут же начну торговать. Мне уже пора. До встречи. Всегда тебе рада, Эйвор. Теперь будет удобнее. Для тебя приберегла. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Ты найдешь этому применение. Выбор. Советую. Эйвор, обязательно это купи. Советую. Это все? Мне пора. Удачи. Приходи еще.
Спасибо, Эйвор. Теперь тут и правда рыболовный промысел. А ты здесь за главного? За главного у нас тут мой дедушка. Но он говорит, что труд учит ответственности. Кроме того, по секрету. Мне с людьми легче болтать, чем ему. Понимаешь? Да. Хорошо, что вы здесь. Вы оба. Твоя пекарня достроена, Тарбен. Теперь наш стол станет богаче. Эйвор, это щедро. Надеюсь, смогу за это отплатить. Ты среди друзей. В этом нет нужды. Зато есть желание. Искреннее. Я вспоминаю добро, которое мне сделали. Чтобы согреть душу, когда доброта становится редкостью. Если ты не против, есть еще дело. Вниз по течению есть торговец с зерном. Я хочу взять у него полдюжины мешков, но мне не хватит на все рук. Сейчас некогда. Может, позже? Ладно. Я подожду. Так что ты тут делаешь? Да будешь на охоте какую-нибудь дичь, приноси сюда. Найдешь что-то очень редкое, буду рад купить. Знаешь, я ведь мало что могу без мастерской. Выделывать шкуры в грязи на каких-то временных столах я не могу. Мне пора в путь. Прощай. Надеюсь, скоро вернешься.
Спасибо тебе. Мы будем добывать лучшее мясо, мех и кость. А если решишь поохотиться, приноси добычу нам. Мы обработаем шкуры и головы. Да, Петре моя работа всегда нравилась. А она требовательна. Еще как. Буду иметь в виду. Удачи вам. Эйвор, думается мне, ты точно знаешь толк в трофеях. Победы я люблю, но на память редко что-то оставляю. На твоем оружии множество следов великих битв, а в походке гордость человека, привыкшего к победам. Разве не так? Так. А к чему ты это? Мы можем быть тебе полезны. Воллис – лучший дубильщик и чучельник во всей Англии. Если хочешь, чтобы истории о твоих подвигах на охоте пережили тебя, приноси туши ему. Вспомни о нас, когда добудешь редкого зверя, и мы его увековечим. Хорошая идея. Будет чем украсить длинный дом. Спасибо. Кстати, пока ты не ушел, поможешь нам кое с чем? Сейчас на это нет времени, но я вернусь. Еще люди. Интересно, Валка среди них? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Твоя щедрость просто безгранична. Все на сегодня? Мне пора. Увидимся.
Заходи еще. Сюнин. Я всегда рад тебя видеть, Эйвор. Эйвор, я рада тебя видеть. О, кажется, будто прошли годы. Здравствуй, Валка. Тебе здесь всегда рады. Как ты? Все хорошо. Я в этом мире. А твоя мать? Она, наконец, обрела покой. И будет странствовать по миру, зримому лишь во сне. Мы можем лишь мечтать о подобном. Верно. Ну же. Как прошло путешествие? Волнующе. Ветер и волны благоволили нам всю дорогу. Мы летели, как птицы. А как ты? Несмотря на суровый вид, блеск в твоих глазах согревает мой дух. Может, это надежда? Наше поселение растет, люди счастливы, и я ожидаю большего. А видения? Порой приходят. Но не стоит об этом. Позволь мне помочь с вещами. Сюда. Мы нашли для тебя место у подножья холма. Каждый час нашего пути я пыталась призвать видение этого края. И получилось? Я узрела деревья, воды и холмы. Но не ожидала, что здесь так зелено. Чудесный успокаивающий цвет. Бальзам после долгих дней в море.
поселение не проклято, а? Нет, разве что в кузнецах тут у вас какой-то уволень. Не часто удается ощутить себя дома, только что переплыв в море. Это сильное место. Живое. Ты предвидишь для нас величие? Предвиденье ни при чем. Это голос сердца. Ты многих привел сюда, чтобы начать новую жизнь на чужих берегах. Скажи, ты доволен? Пожалуй. Я рад тому, что смог построить, и тем, кого защищаю. Ты говоришь о себе прежде прочих. Возможно, открывая больше, чем хотелось. Миллиора. Здравствуй. А кто это такой? Без понятия. Поселение явно растет. Смотри, твой новый дом совсем близко. Расскажи о своих видениях. Они почти те же. Изменилось лишь то, как ясно я вижу. Видения все больше напоминают воспоминания, а не просто сны. Всеотец все так же является тебе? Да, временами. И говорит со мной, но... Это даже звучит безумно. Понимаю. Спасибо тебе. Поставь все там. Мы на месте. Тут славно, как ты и обещал. Дай мне только устроиться, и мы вновь начнем говорить о твоих видениях. Валка, не стоит. Эйвор, это великий дар. Тебя коснулись боги. Прошу, дай мне помочь. Я знаю, как прояснить твои видения. С помощью одного зелья мы можем открыть твой ум миру богов. Если хочешь, я сам позабочусь о твоем доме. Но на это нужно время. Превосходно. Спасибо тебе, Эйвор. Не за что. Добро пожаловать. Сюнин.
твои королевства на земли поменьше, ширы. Кнут, что это ты здесь делаешь? Ивар, нам нужна помощь! Кому нам? Сильви и Эйра в беде. Мы отправились в лес и некогда объяснять. Пожалуйста, помоги! Они целы? Нет, не целы. Все плохо. Веди меня. Саксы делят свои королевства на земли поменьше. Шир. Этот называется Ледочастовшир. Язык знает. Где они? Рядом! Нам надо спешить! Что случилось? Они в опасности? Нет, если мы поспешим. Куда теперь? Сюда! Почти на месте! Ну же, Эйвор! Можешь быстрее! Кнут, объясни, наконец, что происходит! Не могу! Ты все равно не поймешь! Просто поверь мне! Что это все значит? Прости, Эйвор. Пришлось тебе наврать. Но это не я, это все Эйра придумала. Лгать, чтобы привлечь внимание, очень плохо, дети. Мы нашли собаку. Она в беде. Угодила в ловушку. Мы боялись, ради собаки ты не придешь. Да. Кажется, это не собака, Эйра. Это волк. Но волк тоже собака, нет? Мне мама говорила. Конечно, так и есть. Вы послушайте. Точно пес. Эйвор, если ты нам не поможешь, мы сами попробуем. Нет, не надо. Дайте подумаю, как быть. Нужно помочь. Небось, голодная? Бедняжка. Как плачет. Спаси ее. По ней наверняка детки скучают. Ключ. Если повезет, он будет где-то рядом. Осторожно. Я вызволю волчицу. Надеюсь, не придется ее убивать при детях. Стол накрыт. Домой он не добрался. Значит, хоть умер быстро.
следы клыков. Может, волчица помогала на охоте? Столько охотничьих трофеев. Хоть какая-то память останется. Тихо. Тихо. А ты на вид добрая. Наверное. Спокойно. Обманут детьми, ору на волков. А когда-то я был воином. Как вы? Видели волчицу? Да! Она свободна! Ты чудо, Эйвор! Но она убежала и спасибо не сказала. Может, просто спешит домой? Ее мама и папа наверняка волнуются. Или ее муж волк. Или жена. Кто знает. Зато точно известно, что вам троим пора назад. Пока родители не решили, что вас всех съели волки. О, точно. Не грусти, Кнут. Ты вел себя смело. И вы тоже. Больше не ходите гулять в лесу одни. Вы меня поняли? Но ты постоянно где-то ходишь один. Я очень мудр. А вы еще многого не знаете. Да, но нас же трое. Значит, мы умнее в три раза. Боюсь, это не совсем так. Назад! Это она! Наша волчица! Она нам поможет! Ты прелесть! Вы все целы? Нас спасла она! Собака-волк! С волка! Что? С волка! И собака, и волк! Нет, мне не нравится! Давай назовем ее... Мышь! Глупости! Ее должны звать... Живака! Она же все жует! А ты что скажешь, Эйвор? Думаю, Живака. Вполне подходит. Она наш лучший друг! Пора возвращаться домой. Нам всем. Ладно. Мы же просто искали приключений, как ты, Эйвор. И нашли. И подругу завели. В приключениях также нужно искать полезные знания. Ой, это скучно. Итак, что же мы сегодня узнали о диких зверях, дети? Ну, мы узнали, что с ними надо дружить. Они прекрасные друзья и очень добры. Мама учила меня бояться зверей. Много она понимает. Давайте по пути домой обдумаем все, что случилось. Только молча. Кажется, вы ей нравитесь. Конечно! Мы ее спасли. Без нас она бы погибла. Как кабан, которого ты убил, Эйвор. Вы видели? О, да, мы видим все. Не надо об этом болтать, ладно? А ну, по домам. И новую подружку не забудьте.
что Ивар и Уба живы и здравствуют. Они сейчас в Рептоне. Вы славно потрудились. Отдохните, выпейте порогу Эля. Вы его заслужили. Спасибо, Рандви. Мы будем рядом, зови. Эйвор, сюда! Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне бы хватило и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Ты нужен мне рядом, в нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана, мы правим им вместе. Как и всегда. Так что начинай обживаться. И встретимся у конюшни, как закончишь. Шкатулка для писем и прочих записей. Случалось спать на кроватях и похуже. Здесь можно будет отдохнуть. Скромно, но все мое. Будь готов выезжать в любой момент. Не сомневайся во мне, друг. Наш путь ясен. И нас ждет лишь слава. Прощай, Эйвор. Сейчас? Так, прошу. Иначе никак. Но я же могу вам... Что там случилось? Басим уже отправился в путь? Сигурд тоже уезжает. Это правда? Мы знаем, что лагерь сынов Рагнара на севере. И стоит навестить их, чтобы закрепиться в этом краю. Басим отправился туда? Не думай, чем занимается Басим. Наши дела важнее. Я держу путь в Леде-Честершир, в город под названием Рептон. Буду ждать тебя там, Эйвор, как только освободишься. Я уже готов. Нужна только лошадь. Пока нет.
Иди к Рандви. Выполни ее поручение. Расширять поселение мало. Нам нужны новые союзники. С парой друзей Англию не подчинить. Тогда с тобой поеду я, Сигурд. Лучше меня спутника не сыскать. Нет, Даг. Твое место здесь, с воинами. И ты будешь подчиняться Эйвору. Легкого тебе пути, брат. Я прибуду, как только смогу. Да, а я возьму на себя дружину. Подчиняться Эйвору? Это что, проверка? Вполне возможно. Сигурд крайне мудр. Я скорее буду подчиняться блохе. Хвастать конюшней, но если построишь что получше, я смогу держать отличных скакунов. Нам пригодилась бы хорошая конюшня. Попробую помочь. Рейвенсторм. Островок спокойствия. Но мое видение все еще не дает мне покоя. Хорошо бы отдохнуть под деревом. Раньше меня это всегда успокаивало.